Так, это аэропорт Сантандер, Кантабрия, Испания. Видите, он такой маленький. Мы идем пешком до самолета. Ну, как и в принципе во всех маленьких аэропортах. Две штучки вот такие. Переходы только есть здесь. Так, ну и тут сразу чемоданы. Ну, мне чемоданы не нужны. Туалет сразу есть. Я иду к выходу. Две ленты тоже здесь. Так, это зона прибытия. Здесь тоже машинки арендуют. Автоматы с водичкой, сидушечки. И в левой части, а в правой части, вылет. В правой части вылет, а здесь прилет. Прилет, все. Так, ну и вот. Вылет прямо. И слева у нас идут информационное табло. И стойки регистрации. 8 стоечек регистрации. Ренес долетает тоже. И вон табло висит вверху. Мадрид, Дюссельдорф, Рома, Дублин. Ну так летают. Ну, там кафешечка впереди. Ну вот и весь аэропорт. Ну и весь аэропорт. Так, ну все. А мы пошли к выходу. В город. Так, в аэропорт ходит вот такой вот 54-й автобус. В город и из города. Цена 3 евро, кстати. Не дешево в Сантандере. А до города всего лишь 5 километров, до центра города.